Икона Блаженной Матроны Московской, особо чтимая святыня храма, домовой церкви екатеринбургского архипастыря, написана сестрами Покровского женского монастыря в Москве, где покоятся мощи Матроны. Матушка-матронушка – это наша великая заступница. Мы с женой около 4 или 5 лет планировали ребенка, но никак не получалось. И однажды просто приснился вещий сон, когда матушка нам явилась и говорит: «Будет у вас девочка, то есть все у вас будет хорошо, и родится ребеночек». Вы не поверите, 22 ноября, день рождения самой Матроны, у нас родилась дочка. С 6 по 13 апреля чудотворная икона с частицей мощей Матроны Московской прибудет в Иоанно-Притеченском храме Екатеринбурга на Репина 6.